Александр Волков, волшебник изумрудного города. Отрывок из главы «Исполнение желаний». Утром Страшила весело пошел к Гудвину получать мозги. «Друзья мои!» — вскричал он. «Когда я вернусь, я буду точь-в-точь, как все люди!» «Я люблю тебя и таким», — просто сказала девочка. «Это очень хорошо, но ты увидишь, каков я буду, когда великие мысли закопошатся в моем мозгу!» Волшебник встретил Страшилу приветливо. «Вы не рассердитесь, мой друг, если я сниму с вас голову? Мне нужно набить ее мозгами». «О, пожалуйста, не стесняйтесь. Снимите ее и держите у себя сколько хотите. Я не почувствую себя хуже». Волшебник снял голову Страшилы и заменил солому полным кульком отрубей, смешанных с иголками и булавками. Затем поставил голову на место и поздравил Страшилу. «Теперь вы умный человек. У вас новые мозги самого лучшего сорта!» Страшила горячо поблагодарил Гудвина и поспешил к друзьям. Девочка смотрела на него с любопытством. Голова Страшилы сильно раздулась, и из нее торчали иголки и булавки. «Как ты себя чувствуешь?» – заботливо спросила девочка. «Я начинаю чувствовать себя мудрым! Только бы мне научиться пользоваться моими новыми мозгами, и я сразу стану знаменитым человеком!»